начнем с паводковой ситуации. В Викуловском районе потоплены 33 дома, все жильцы эвакуированы, в воде оказались и дороги. Река Ишим за сутки поднялась на 4 сантиметра, однако дальнейшее распространение воды и потопление специалисты не прогнозируют. В эти минуты там находится губернатор. Владимир Якушев держит ситуацию на личном контроле. На месте работают 181 человек, задействовано 40 единиц техники. Благодаря работе всех служб, которые сегодня работают на территории района, все были эвакуированы из домов. На сегодня все жители, которые были эвакуированы, размещены у родственников, кроме троих, трое временно помещены в центр временного пребывания в Сартам с последующим распределением по родственникам. Но отмечу, по состоянию на утро среды в Тюменской области остаются потопленными 87 домов, около 7 тысяч нежилых садоводческих участков. Приведены в готовность 18 пунктов временного размещения.